В этом году весенняя посевная кампания началась намного раньше. Соответственно, старт сбора урожая дали тоже немного раньше времени. Чтобы убрать вот это поле площадью 174 гектара, этому комбайну потребуется 3 часа. Общая площадь уборки в Ульяновской области составит 1 миллион 54 тысячи гектаров. Площадь зерновых и зернобобовых культур при этом составит 656 тысяч гектаров. Первым делом земледельцы начали собирать озимую пшеницу. Ожидать рекордного количества урожая, как в прошлом году, не стоит. На этот раз все скромнее. Помешала засуха. Площадь порядка 50 тысяч гектар. В уборке задействовано около 30 комбайнов. Начали с озимой пшеницы, Льговская 4-я. Средний урожайность идет от 40 до 60 центнеров. Это 4-6 тонн с гектара. Площадь озимых порядка 10 тысяч гектар. Получится, мы соберем, я думаю, около 50 тысяч тонн озимой пшеницы. Главные помощники в уборке урожая – комбайны. Со всех полей плоды человеческого труда будут собирать 1632 зерноуборочных комбайна, 117 кормоуборочных, 16 картофельноуборочных комбайнов, 41 единица свеклоуборочных машин. Зерно, конечно, хорошее, если настроить стабильно, за рулем такой серьезной техники профессионалы своего дела. Важный труд механизаторов отметил губернатор Алексей Русских. Он же и дал старт сбора урожая. Рассчитываем, что объем будущего урожая позволит обеспечить продовольственную безопасность региона и внести достойный вклад в большой российский каравай. Сегодня, когда подготовка к уборке завершена во всех муниципальных образованиях области, мы даем символический старт уборочной кампании. Губернатор прокатился на комбайне, пообщался с аграриями. Кроме того, Алексей Русских показали, как проверяют зерно на пригодность, рассказали, куда экспортируют собранную партию и дали продегустировать ульяновские ягоды. Розовую смородину первый раз вижу. Ее недавно вывели? Нет, она используется в нашем институте довольно-таки давно. А сам отдел садоводства? Я думал, что это не до созревка, я думаю. 90 нет, это уже готовый, можно. Кстати, да. Сегодня ягоды спасы. Можно как угощаться. Кроме пшеницы, традиционно в регионе соберут подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, бобовые и различные овощи. Хранить урожай будут элеваторы и зернохранилища Ульяновской области. Они смогут вместить 2 миллиона 536 тысяч тонн зерновых и масленичных культур. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.